Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков вышли на режим главной ступени. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. Стабилизация изделия устойчивая. 50 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. Сто 30 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 140 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 150 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 160 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170 секунд. Полет нормальный. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200 секунд. Полет нормальный. Время КП 5 часов 47 минут 33 секунды 180 миллисекунд декретного московского времени. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Есть сброс створок головного обтекателя. 230 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 240 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 260 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 270 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 270 секунд. Прошел гарантийный наддув баков третьей ступени.
Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. Десять секунд. Стабилизация изделия устойчивая. Триста двадцать секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. Will be the ignition of the third stage. And just after, yes, you can see the 3D animation of the third stage separation. And well, now it's frigate is now the frigate upper stage is now getting ready to switch on its main engine. So the first step is called the pre-burn phase for a duration of 55 orbit, and the duration of this boost is just over 5 minutes. So we will be able to confirm now the ignition in few seconds.